Не уезжать, а идти работать на фабрику или завод – это предлагает бурятской молодежи глава Бурятии. Во время своего онлайн-обращения с жителями республики Алексей Цыденов объяснил, для чего молодым специалистам оставаться в регионе. По его словам, выпускники смело могут делать ставку на промышленные предприятия Бурятии. Прошлый год отрасль закончила со знаком «плюс». Она выросла на 8%. Уже действующим заводам сегодня нужны инженерные кадры, а в ближайшие пару лет в республике откроются новые предприятия. Требуется на авиазавод у нас 500 специалистов только сегодня. Большое количество запускается проектов по добыче полезных ископаемых. Ну, в этом году уже запускается Гитинский ГОК, 600 человек требуется. Запускается Озерное, у них выход в 2021 году, но там уже в 2021 году 2000 человек требуется. Запускается добыча кварца в Акинском районе, там тоже 3000 потребность будет. Заказы появятся и у небольших производственных компаний Бурятии. Холдинг «Вертолеты России» отдаст на аутсорсинг изготовление мелких комплектующих, трубок, втулок, уплотнителей. Соглашение об этом заключили 2 недели назад.